хочешь французские тосты? Сегодня день овсянки. Давай так, на следующий день французских тостов я сделаю тебе овсянку. Всем привет! Сегодня у нас день французских тостов, который мы приготовим по рецепту Пенни из сериала «Теория большого взрыва». Для начала берем глубокую миску, выбиваем в нее 2 яйца, наливаем немного молока и добавляем сахар по вкусу. А после все взбиваем венчиком. Для удобства берем тарелку, на которой мы будем выкладывать наши тосты. Обмакиваем каждый из них с двух сторон в получившейся смеси. Теперь осталось обжарить наши французские тосты. Для этого берем плиту и разогреваем любимую сковородку. Добавляем кубик сливочного масла и обжариваем французские тосты по 1 минуте с каждой стороны. Подаем с кусочком сливочного масла, обильно посыпав сахарной пудрой с корицей. Наши французские тосты готовы. Всем приятного аппетита! А пахнет на самом деле вкусно. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями, и мы обязательно приготовим что-нибудь новое и интересное.